У нас вчера появилась новость, что Вася Березуцкий переехал жить в Испанию и собирается там жить не менее 10 лет. Вот, у меня единственный вопрос к Васе, да. Вась, ты вообще-то выступал не за какой-то частный клуб Краснодар или даже государственный клуб, типа там, не знаю, Зенит или там за Спартак, да. Ты выступал за центральный спортивный клуб армии. Еще раз повторяю, центральный. Если ты по-русски не понимаешь, Вась, я объясняю. Центральный, это значит центральный, самый главный клуб армии. Армия, армия, армия. Еще раз, Вась. У меня только один вопрос, Вася, к тебе, пожалуйста, один вопрос, всего один вопрос. Верни бабки, которые ты заработал в этом центральном спортивном клубе армии. Просто верни деньги и можешь жить хоть в Антарктиде. Пожалуйста, верни, пожалуйста, деньги, которые тебе платила армия. Пожалуйста, 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 верни бабки.